Заходим в метро. Здесь три станции: Киевская, а голубая, коричневая и темно-синяя. То есть голубая — это Филевская, которую я показывал уже вам, когда шел на этот вокзал. Кольцевая — это коричневая, и темно-синяя — это Арбатско-Покровская. Чтобы пойти на кольцевую, проходим прямо. Вот турникеты, да? Срез чуть правее, идем дальше. Ну, вас будут встречать различные вот такие исторические лампочки. Параллельно будут на глаза, в глаза бросаться, прям бросаться под глаза такие навигации. Просто идем по коричневой указательности. Здесь вот такая стрелочка направо. Не скажу, что это прям какие-то сложные лабиринты. Я, конечно, отдельно обязательно вам скажу, но сделаю обзор на все это. Потому что уж очень интересные такие музейные экспонаты. Сейчас тоже, знаете, такая реклама банковская. Ну, типа, смешная реклама. Надоело быть бедным? Возьми кредит и стань нищим. То есть, надоело быть бедным? Возьми кредит и стань бомжом. Как-то так. Но, знаете, в каких-то ситуациях, по сравнению с чем-то, то можно считать то, что ты уже богатый, если у тебя нет долгов. Так что вместо того, чтобы горевать от того, чего вам не хватает, стоит еще радоваться тому, что у вас уже есть. Так, смотрите, значит, если идти на Арбатско-Покровскую линию, на темно-синюю, здесь нужно свернуть направо, но нам нужно на кольцо, и поэтому мы пойдем прямо и также ныряем в этот самый белоснежный туннель. Белоснежный туннель, в котором нет снега ни мороза. Я, конечно, не знаю, в какое время суток вы сейчас смотрите этот видос, но могу гарантировать одно, то что завтра тебе сильно не понравится, что ты сейчас все еще не спишь. И вот мы спускаемся на станцию метро Киевская Кольцевая. Давайте даже прямо сейчас сделаю такой обзор на станцию, чтобы уже сюда нам с видеообзорами не возвращаться. Зал, конечно, не сильно объемный, но достаточно украшенный историческими фигурами. Вот такое прям... Здесь разные прям эти, знаете, исторические картинки, сделанные из камня. То есть, знаете, это просто каждый камень имеет свой цвет, кусочек камня. И вот так вот выложили камни так, что получился рисунок. Вот здесь Ленин, дедушка Ленин. Вся власть советом. Люстры тоже такие интересные. На балконе бы такую люстру повесить, чтобы все соседние дома озадачились. Как минимум озадачились вопросом, зачем вы повесили такую люстру у себя на балконе. Или прикиньте, да? Гости придут, а у вас такая люстра прям висит. Но она, знаете, где-то диаметром в ширину больше метра, в высоту где-то метра полтора. И прикиньте, да, где-нибудь в хрущевке, в спальне такую люстру повесить. Как-то так. Ну и давайте сейчас почитаем это послание.
Так, нерушимая и вечная дружба украинского и русского народов, всех народов Советского Союза, является залогом национальной независимости и свободы, расцвета национальной культуры, расцвета, то есть не расцвета, а расцвета национальной культуры и процветания украинского народа, как и других народов Советского Союза. Из постановления ЦК КПСС Совета Министров Союза СССР и Президиума Верховного Совета СССР. Ну ладно, что, буду я уже выдвигаться домой. Сейчас тогда скажу ответ на ту самую загадку. В загадке спрашивалось, сколько месяцев в году имеют 28 дней. Правильный ответ – все месяцы. То есть нет ни одного месяца, в котором нету 28 дней.